Добрый вечер, мои дорогие друзья. Сегодня 31 августа. Последний вечер лета. Я пришла к морю прощаться с летом. Но ветер ужасный, ужасный. Ну, не ужасный, но он есть. И даже здесь слышно, как море бушует. Опять буду ходить и говорить. Море волнуется раз, море волнуется два. Уже не будет таких красивых вечеров, диких. Нет, будет. Еще сентябрь. Он самый красивый месяц года для меня, потому что он теплый, еще достаточно бывает теплый. Если дождя немного, то и сухой, отдыхающих уже мало. И тогда я гуляю, где хочу. На велосипеде можно ехать, когда хочешь, где хочешь. Ну, потом поговорю. А теперь здесь тихо. Но море там, черт знает, что делает. И я выйду на Пикадилли. А как там? Я выйду, и начнется ветер дуть. Он сильнее, сильнее. Меня будет не слышно. Так, ого, уже. А думала, что волны будут побольше. Ничего страшного. Кафе собирает кафетерию. Ой, солнце спряталось. Все равно красиво. Надо мне где-нибудь сесть, где ветер был поменьше. Кто-то купается. Есть камикадзе. Так, мои друзья, новые друзья, старые друзья и гости моего канала. Вы меня слышите? Хватит уже, лето кончилось. Надо начинать мне с вами общаться каждый день. Откуда ветер? Оттуда, ниоткуда. Так. Нет, здесь красивый вид. Так хочется, чтобы... О, какой ветер! Ну вот, нашла местечек. Фу, песок. Песок в рот. Спряталась в дюнах. Вот такой последний вечер лета. Так что-то я, что я там говорила? Да, я вас приглашаю всех дружить со мной. Давайте, друзья, гости моего канала, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, помогите мне продвинуться.
Надо сделать прямой эфир. Стрим. Так он называется. Но я никогда еще его не делала. Но надо попробовать. Я, наверное, мы на следующей неделе поедем в Ниду. Поплывем. И я, наверное, эту дорогу всю, пока мы будем ехать, плыть, ходить, сделаю прямой эфир. Так что, если кто посмотрит из моих друзей, запишите это, что надо к Рите прийти. Но я еще вас приглашу, наверное, если сумею. Где мой рюкзак? Там. Хорошо. Так вот, завтра сентябрь. Детишки в школу. И лето кончилось. Но жизнь-то продолжается. И она прекрасна, дорогие мои. Она прекрасна. И сентябрь самый хороший месяц здесь, в курорте. Людей мало. Погода хорошая бывает. Всегда теплее, чем в других городах страны. Людей мало. Как мы говорим, в сентябре отдыхают только пенсионеры и евреи. Почему евреи? Потому что они умные. Сентябрь, вода еще теплая, погода хорошая, не жарко. Гуляй, наслаждайся. И цены маленькие бывают уже. И на жилье. И так везде. А лето было хорошее. Как хорошо, друзья. Как хорошо здесь сидеть. Так свободно становится на душе, в голове пусто, ветер этот все сдул нахер. Как? Простите. Ой. Фу. В зубах песок. Надо место поменять. Тут уже засиделась. Ой, песок. Падает. Сейчас, дорогие, подойду поближе к морю. Попробуем, какая водичка. Но ветер становится сильнее к ближе к морю.
упала. Не обижайтесь.